Так, продолжаем игруху. Безмолвный аванпост. Убить офицера Байера. Эх ты, что это за огнеметчик там? Так, это кто меня так взорвал? А, вон там кто-то. Ёжик попадает прям по мне. Хедшот. Двое здесь, нифига себе. Ех ты! Суперсолдатишка. Все, завалили. Правда, я вообще без патронов остался. Так. Сюда. Так. А нам точно сюда.
еще откуда? Сверху. Да откуда? Все отлично. Хедшот тебе. Все, всех завалили. Надо дробовик брать. Так, откуда, откуда? Все, завалили. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефон и аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Удачи. Понятно. Так, с разгона, что ли? Нет. Раньше с нацистами встречалась? Зашибись, сестра. Разок. Искала сторонника нацистов в рядах ФБР. А он меня чуть не убил. Мама бесилась. А мне по приколу. Ого. Я бы ужасно испугалась. Да. Твоя мама любого напугает, Эбби. Так, вон. Куда? Ага, стоп. Вот здесь вот что-то. Вон наверх надо. Жучок установлен. Молодцы, девчата. Так, все. Так. Вернуться к Димитри. Пора вернуться в катакомбы и рассказать Димитри о судьбе ванпоста и ликвидировать офицера Байера. Ага. В штаб.
Ça va? Привет. Эй, помоги. Ну, как все прошло? Я чуял сердцем, что это случилось. Но спасибо. Спасибо, что отомстили за друзей. Спасибо. А, привет. Привет. Мой кузен Эркюль мочил нацистов в рядах Крайзаус 61-го.